На букву М у меня подобралась отличная коллекция. Морган, отравитель. Меридиум, оставившая себе жуткую память в виде коллекции скальпов. Мортимер, кокаинистый убийца. Миссис Мэддок, кровавая ревнивица. Мэтьюс, ну это тот самый, который выбил мне левый клык. Заляжет они на Черринг-Кросс вокзале. Помню. Да, Ватсон. Все это тени прошлого, которые могут ожить только с помощью вашего пера. А вот это другая компания. Эти люди только на мгновение попадали в поле моего зрения. И тем не менее я завел на них карточки. Например? Например, Моран Себастьян, полковник в отставке. Служил в первом саперном бенгалорском полку. Сын сэра Морана, кавалера ордена Бани, бывшего английского посланника в Персии. Окончил Итонский колледж и Оксфордский университет. Участвовал связистом в компаниях Джавакской, Орданской. Вы его там не встречали, Ватсон? Нет. Через Сиапской и Шерпурской. Отличный стрелок, автор книг «Охота на крупного зверя в западных Гималаях» и «Три месяца в джунглях». Адрес Кондуит-стрит, клубы англо-индийский, Тенкервильский и карточный клуб «Богатель». Ну что же, путь честного солдата. Да. Тем не менее, в этой графе я пишу. Самый опасный человек в Лондоне. До известного момента Моран не вызывал подозрений. Наоборот. В Индии до сих пор ходит легенда о том, как он прополз по дну высохшего ручья, чтобы вырвать человека из лап раненого тигра. Вы знаете, Ватсон, бывают такие деревья, которые растут нормально. До определенного момента, а потом неожиданно обнаруживают в своем развитии уродливое отклонение от нормы. Такое бывает с людьми. Да. Полковник Моран вступил на дурной путь. Без всякого видимого скандала он так настроил против себя всех людей в Индии, что ему пришлось переехать в Лондон и выйти в отставку. Пока не вижу ничего криминального. Вы помните странную смерть миссис Стюарт из Лаудера в 1887 году? Я уверен, что полковник Моран имеет к этой смерти прямое отношение. Почему вы так решили? Это длинная история. Хотите на него взглянуть? Интересно, что вы скажете, увидев его физиономию. Ну что же, физиономический анализ кое-что значит в нашем деле. Но где? Карточный клуб «Богатель», конечно. Делайте вашу игру, джентльмены. Прошу вас. Делайте вашу игру. Делайте вашу игру. Ставки окончены. Его здесь нет? Нет, он здесь. Один из 12. Портвейн и Таймс. Хотите подсказку? Нет.
Некоторых я здесь знаю. Крайний слева Готфри Милнер, меховщик. У него подагры. Лорда Белмора, на который играет с ним в паре, я не лечил, но его все знают. Далее за соседним столом мистер Мэррей и Шас. Что вы на это скажете? Браво, браво, браво. Ближе всех к нам сэр Джон Харди. Здоров как бык, но у его жены постоянная невралгия. Прошу извините, господа, я вас на минутку оставлю. Так мы вас ждем, мистер Карлейль. Дорогой Ватсон, мне необходимо встретиться с автором этой записки. Продолжайте ваши физиономические наблюдения. Впечатлениями поделимся дома. Вы проиграли, господа. Поздравляю вас, сэр Рональд. Вы не ошиблись, полковник? Прошу убедиться. Взгляните на карты. Со мной нет саквояжа. Поэтому прошу вас, сэр Рональд, забрать наш выигрыш, а завтра я заеду к вам за своей половиной. Всего хорошего, джентльмены. Полковник Морн, мне кажется, что вы шулер. Выбирайте выражение, мой юный друг. А откуда у вас появился трефовый туз? Вернитесь
соберите деньги и честно поделите их пополам. И не заставляйте тигра скалить зубы, сэр дурак. Прайс, снимите повязку. У вас не так развиты лобные кости, как я ожидал, мистер Холмс. У вас опасная привычка держать заряженный револьвер в кармане пиджака. Вам эта комната ни о чем не напоминает. Впрочем, возможно, вы не убивали Милвертона. Улики позволяют безошибочно утверждать лишь только то, что вы были здесь. Ведь вы были здесь, Холмс, не так ли? Вам нужны были письма леди Евы. Вы пришли, чтобы выкрасть их. Не имея возможности действовать в рамках закона, вы решили приступить закон. Этого требовала ваша амбиция. Видите, Холмс, я не хуже вас строю логические выводы. Но вы наделали массу ошибок. Следы, кровавые отпечатки на стекле. Чарльз был моим другом, но кроме того, поставщиком средств. Это крупная потеря, очень крупная. Заметьте, я ощутил ваше движение вскоре после смерти Милвертона. Сначала дернулась лишь одна конспиративная ниточка, о которой мог знать только тот, кто проник в тайну моей переписки с ним. Это было... Четвертого марта. Двадцать третьего вы снова причинили мне беспокойство. В середине апреля вы очень серьезно потревожили меня. В конце месяца вы совершенно расстроили мои планы. А сегодня передо мной и моими друзьями встала реальная опасность разоблачения. И опять с вашей помощью. А что вы предлагаете? Бросьте это дело, Холмс, бросьте! Вы встали поперек дороги не одному человеку, а огромной организации, всю мощь которой даже вы при всем вашем уме не в состоянии постичь. Выходите из игры, Холмс, иначе вас растопчут. Бумаги! Бумаги с этого стола с моей монограммой! При вашем интересе к моей персоне вы не могли их сжечь! Они у вас. А почему у меня? Может быть, в Скотланд-Ярде. Нет, Холмс, они у вас. Никто, кроме вас, не знает значения буквы «М» в углу листа.
Никто, кроме вас. Никакой идиот Лестрейд не сможет прочесть зашифрованный текст. А не у вас. Вы надеетесь до конца прочесть эти бесценные бумаги и засадить нас на скамью подсудимых, а? Повторяю, что этого никогда не будет. Потому что в противном случае вы не выйдете отсюда живым. Ваши угрозы столь серьезны, что требуют не менее серьезных доказательств. Милвертон получил шифрованные платежные ведомости за час до вашего прихода. Мой личный связной принес их сюда, в кабинет. Они лежали вот здесь, на столе. Вот здесь. Бездоказательно, дорогой профессор. Бездоказательно. Кроме меня, в доме побывало очень много народа. Лакей, горничные, полиция. А потом вы забываете об истинном убийце Милвертона. Не зажигайте свет, Ватсон. Это опасно. Неужели он меня уже ищет? Кто вас ищет? Полковник Моран. Так, что вы еще натворили? Дело в том, что я был свидетелем неприятной сцены между полковником и одним молодым человеком. Отойдите от окна. Отойдите. Сядьте и рассказывайте. Так вот, молодой человек по имени Рональд. А вы, наверное, имеете в виду сэра Рональда Адера. Постоянный игрок и член правления клуба «Богатель». Заядлый картежник, но никогда не выходит за пределы благоразумия. Младший сын графа Мейнуса, губернатора одной из наших провинций в Австралии. Помолвлен с Эдит Вудли из Корстера. Он совершенно безобидное существо. Что произошло? Они играли в паре с полковником и много выиграли. Затем поссорились, и сэр Рональд обвинил полковника в шулерстве. Кто это слышал? Один я, ненароком. Не завидую сэру Рональду и вам. Что, если я закрою ставни? А чего вы-то испугались? Духового ружья. Не понял? Духового ружья. Пришли в движение бланки моей картотеки на букву М. Охота на тигра началась. И кто же тигр? Ваш покорный слуга. А теперь и вы, Ватсон. И что же нам теперь делать? Бежать. Мы столкнулись с людьми, которые не откладывают свои обещания в долгий ящик. Подробности я вам расскажу потом.
А сейчас слушайте и запоминайте мои инструкции. Я исчезаю немедленно. Вы ночуете в комнате миссис Хадсон. Ватсон, запоминайте мои инструкции буквально. Мы с вами вступили в борьбу с организованным обществом преступников, известных всей Европе. Итак, сегодня ночью вы отправляете свой багаж на вокзал Виктория, не указывая место назначения. Завтра утром вы посылаете миссис Хадсон за кэбом, предупредив ее, чтобы она не брала ни первый, ни второй кэб, который попадется ей навстречу. Вы садитесь в кэб, показываете кэбмену адрес, написанный на листке бумаги, и заранее с ним расплачиваетесь. Он везет вас на Стрэнд к Лоусерскому пассажу. Вы выходите и сразу же смешиваетесь с толпой с таким расчетом, чтобы ровно к 9:45 оказаться на другой стороне пассажа. Там у края тротуара вас будет ждать небольшой экипаж. На козлах будет сидеть человек в черном плаще, обшитом красной каймой. Вы садитесь в этот экипаж и приезжайте на вокзал Виктория прямо к экспрессу, уходящему на континент. На континент, на континент. На континент? Да. На континент. И где я должен буду с вами встретиться? Уже заказано. Второе купе первого класса. Значит, мы с вами встречаемся уже в вагоне. Совершенно верно. До встречи, Ватсон. Это слишком.
мистер Холмс! Мистер Холмс! Мне надоели ваши химические опыты, мистер Холмс. Как? Как, Ватсон? И вы занялись этой гадостью? Доктор Ватсон, увидел вашу спину и сразу узнал. Добрый день. Что значит ометанный глаз, а? Я очень спешу, инспектор. Да-да-да, я вижу. Зову-зову, а вы улепетываете. Ну, думаю, значит, спешит доктор Ватсон. И я, конечно, доктор Ватсон. А вот мне некуда спешить. Знаете, сейчас в Лондоне нечего делать. Скоро нам всем нечего будет делать. Да вот ваш друг, который, прям скажем, иногда из мухи делает слона, ведь он тоже не удел, а? Не знаю. Да, зоркость полиции делает свое дело. Да, наш главный принцип – это предупреждение преступности. Вот так. У меня к вам просьба, да, дорогой Лестрейд. Mm-hmm. И, кстати, по части предупреждения. Да. Меня беспокоит судьба одного молодого человека. Да. Его зовут сэр Рональд Адер. Mm-hmm. Мне кажется, ему угрожает опасность. От кого? Я уезжаю. Да. И прошу вас проследить за его судьбой. Не беспокойтесь, а кто ему грозит? Некто... Говорите. Себастьян Моран. Себастьян Постоянный Моран. Посетитель клуба «Богатель». Себастьян Моран? Так-так... Доктор Ватсон! Добрый день. Прошу занять место. Мы отправляемся. И много у вас ожогов? О, боже мой! Как вы меня напугали? Кто с квартирой? Откуда вы знаете? Вот утренняя газета. Пожар в квартире Шерлока Холмса. Двух ковров, увы, нет. Плохо другое. Полиция ищет след поджигателей. Что же в этом плохого? Несвоевременно, друг мой. Несвоевременно. Я не понимаю одного. Где же наши преследователи? А, вот они. Но ведь это не Моран. Конечно, это профессор Мориарти.
Я не понимаю, а кто такой Мориарти? Вспомните монограмму из четырех перекрещенных сабель. У нас есть время, я могу вас ввести в курс дела. Разве вы ничего не слышали о профессоре Мориарти? Нет. Гениальный и непостижимый. Этот человек оплел своими сетями весь Лондон, а о нем толком никто ничего не знает. Вы знаете, Ватсон, если бы мне удалось избавить общество от этого человека, я считал бы это венцом своей деятельности и перешел бы к более спокойным занятиям. Чем же он так опасен? Мориарти? У него не совсем обычная биография. Он из хорошей семьи. Получил блестящее образование. Но главное, он наделен феноменальными математическими способностями. Ему был всего 21 год, когда ему предоставили кафедру в одном из наших провинциальных университетов. Но у него открылась невероятная страсть к страшным авантюрам. По городу о нем поползли темные слухи, и он вынужден был уехать в Лондон, где стал готовить молодых людей к экзаменам на офицерский чин. Вот именно там он и сошелся с вашим новым знакомым, полковником Мороном. Чем же этот Мориарти так страшен? Он Наполеон преступного мира. На его совести половина, нет, больше половины всех нераскрытых преступлений в Лондоне. Он как паук сидит в середине сплетенной им паутины и улавливает малейшие движения тысячи нитей. Но как вы его обнаружили? Элементарно, мой друг, логическим путем. Я давно чувствовал, что за спиной лондонских преступников стоит какая-то непонятная сила, которая, нарушая закон, действует через подставных лиц. Я пытался проникнуть за эту завесу, но безрезультатно. И вот, неожиданный конец Милвертона, главного поставщика этой организации, привел к тому, что нервы Мориарти не выдержали. Вы мне об этом ничего не говорили. Мне было приятно. Интересно бороться с ним один на один. Ужас, который внушает его преступление, иногда уступал место восхищению перед его мастерством. Но Мориарти сделал промах. Один маленький промах, который ему не следовало бы делать. Какой? Его подвела любовь к мелким эффектам. Страстишка к разным символам. Вроде монограммы из четырех перекрещенных сабель. Вы помните письмо, которое нам передала леди Хаксли? Это было его письмо? Конечно. Он сразу понял, что монограмма привлечет мое внимание и забил тревогу. Эти бумаги, насколько я понимаю, очень дороги ему. Бесценны. Первая же расшифровка дала мне в руки полный список участников его шайки. Это было что-то вроде ведомости? Совершенно верно. Так что несколько дней спокойной работы, и Мориарти и его подручные попадут за решетку. Тогда начнется самый крупный процесс нашего века, где я буду выступать главным свидетелем. Но по неумолимой логике Мориарти может спасти только одно – исчезновение главного свидетеля. Так что, дорогой Ватсон, я очень опасный спутник. У вас еще есть время сойти с поезда. Дорогой друг, я не хотел вас обидеть. В таком случае покинем поезд вместе. Распоряжение о нашем багаже я уже дал кондуктору.
возьми, я недооценил Мориарти. Вы думаете, это Мориарти? Конечно. Можно было бы нанять в погоню экстренный поезд. А Мориарти воспользовался самым быстроходным видом современного транспорта. Самодвижущимся экипажем. Можно подумать, что преступники мы, а не они. Почему вы не арестовали Мориарти? Это сделало бы бессмыслицей расшифровку его писем. Крупная рыба попалась бы, но мелкая уплыла бы из сетей. Во вторник... Сколько идет депеша из Швейцарии? Я думаю, что... Сутки. Сутки. А это значит, что не позже понедельника все они окажутся в руках полиции. Каким же образом? Элементарно, Ватсон. Не будь я, черт возьми, Шерлоком Холмсом. Добро пожаловать, мистер Холмс. Вы меня не помните, мистер Холмс? Питер Штайлер младший. Но я не ждал вас здесь встретить. Проходил по делу о краже головы Купидона в Королевском музее. Освобожден досрочно за примерное поведение. И вот купил домик здесь, в Мейрингене. Мир тесен. Тесен. И это замечательно. Да, кстати, вам телеграмму из Лондона, мистер Холмс. Мориарти? Я должен был это предвидеть. Доброе утро. Они накрыли всю шайку. Кроме него. Он ускользнул, хотя я дал в руки Скотланд-Ярду все нити. Мне, конечно, следовало предположить, что этот противник им не по зубам. Вы знаете, Ватсон, придется вам вернуться в Лондон. Я никогда не был таким опасным спутником. Мориарти потерял все. Если он останется в Лондоне, он погиб. Теперь, насколько я понимаю его характер, он попытается отомстить мне лично. Как? Он предупреждал при нашей встрече уничтожить меня или погибнуть самому. Бац! Назад! Назад!
провалы здесь обычное явление. Может быть. Может быть. Позволю себе дать вам несколько рекомендаций относительно осмотра здешних красот. Прошу взглянуть. Гостить в Мейрингене и не видеть Рейхенбахского водопада? Эта живописная тропа ведет вас к деревне Розенлау. Примерно на половине подъема, чуть в сторону, вас ожидает нечто совершенно удивительное. Я готов. Мы с доктором вообще настроены на встречу с удивительным. Угу. А зачем, простите за любопытство, вам понадобилась голова Купидона? Всю жизнь меня тянуло к прекрасному. Не смог устоять. Вот он. Замечательно выбрано место. Замечательно выбрано. Кем выбрано? Рейхенбахский водопад. Отличный вкус. Мне кажется, Ватсон, что я не совсем бесполезно прожил свою жизнь. Почему так мрачно? И почему в прошедшем времени? Даже если мой жизненный путь оборвется, я оглядываюсь на него с чувством душевного удовлетворения. Благодаря мне воздух Лондона стал чище. Мне не нравится ваше настроение, Холмс. Вы распутали тысячу с лишним дел. И всегда оптимизм помогал вам в работе. А сейчас можно сказать, все в порядке. Мориарти разгромлен. Отдыхайте. Любуйтесь природой. Нам придется вернуться, Холмс. В гостиницу прибыла англичанка, находящаяся в последней стадии чахотки. Англичанка? Штайлер пишет, что она провела зиму в Давосе, а сейчас направляется к друзьям в Люцерн. Но в дороге у нее пошла горлом кровь. Там же есть врач. Она категорически отказывается от услуг врача-швейцарца. Узнав, что здесь, в гостях, врач-англичанин. Мы должны идти, Холмс. Конечно, идите. А вы? А я полюбуюсь здесь видами, в одиночестве. В горах одному опасно. Не более, чем везде, в нашем несовершенном мире. Холмс! Вы категорически мне не нравитесь последние дни. Завтра же мы отправляемся в Лондон.
По крайней мере, там нет Мориарти. Вечером я постараюсь быть в Розенлау. Приходите туда. Позаботьтесь о Рональде Адере. Что? О Рональде Адере. Не слышу. Что? Вашим услугам, профессор! Прежде чем начать выяснять отношения, я прошу вас дать мне несколько минут, чтобы написать письмо друзьям. Ведь исход нашей встречи неизвестен нам обоим. А. У нас мало времени. Ну, извольте. Бросьте ваш нож! Я безоружен! Я готов.
Ну что, надеюсь, ей не хуже? Как ее самочувствие? Чье? Разве вы не писали это? О больной англичанке. Англичанке? Бланк моей гостиницы. Понимаю. Должно быть, письмо написал высокий англичанин, который приехал вскоре после того, как вы ушли. Он спрашивал мистера Холмса. Я сказал, что... С ним был еще один джентльмен с ружьем. Ha ha ha!
где мистер Холмс? Они убили его. Боже милостивый, какое несчастье, какая беда. Мистер Холмс один отнесся тогда ко мне по-человечески. Если бы не мистер Холмс, не жил бы я здесь. Не любовался бы на эту красоту, будь она проклята! Бедный, бедный мистер Холмс! Дорогой Ватсон, я пишу вам эти строки благодаря любезности мистера Мориарти, который ждет меня для окончательного разрешения вопросов, касающихся нас обоих. Мой жизненный путь дошел до своей высшей точки, и я не мог бы пожелать для себя лучшего конца. Передайте инспектору Петерсону, что бумаги, необходимые для разоблачения шайки, лежат у меня в ящике под литерой М. Перед отъездом из Англии я сделал все необходимые распоряжения относительно моего имущества и оставил их у моего брата Майкла. Передайте мой сердечный привет миссис Хадсон. И не забывайте о судьбе несчастного Рональда Адера. Искренне преданный вам Шерлок Холмс. Thank you.